Всем привет! Сегодня 20 июля. Хочу вам показать плоды своей деятельности. Это привой, значит, яблони на грушу. Вот. Метод этот называется простая копулировка. Ну, это когда выбираются две ветки одинаковой толщины, привой и подвой. Делается продольный максимальный срез и приматывается изоляционной лентой. Вот. Сделал я это в прошлом году, в начале марта. В мае у меня появились почки. А нынче ветка зацвела. Было много цвета, много маленьких яблочек, но они отвалились. Вот осталось две яблоньки. Вот, я ничем не замазывал, просто примотал изоляционной лентой. Через 6 недель у меня появились почки. Я понимаю, что специалисты сейчас меня порвут, что я что-нибудь неправильно сделал. Но это просто мой эксперимент, просто так попробовал, вот сработало. Кто-то говорит, что надо вымораживать ветки там. Я ничего не делал, срезал, тут же приложил.